15 лет опыта эксплуатации техники Volvo позволяет руководителю российской компании, осуществляющей работы по разработке карьеров в нескольких регионах России, утверждать, что машины Volvo – лучшее решение из представленных сейчас на рынке. Компания «Карьер Сервис» с 2012 года работает в Ферзиковском районе Калужской области, разрабатывая глиняный карьер для ОАО «Лафарж Цемент». Компания также работает в Нижегородской области, Туве и Тюменской области. Когда в августе 2012 года «Карьер Сервис» заключил договор с французским промышленным гигантом «Лафарж Цемент» на разработку глиняного карьера, вопрос, какую технику использовать, даже не стоял. На сегодняшний день у нас работают шарниросочлененные самосвалы серии C, D, E и F. Первые из них имеют наработку более 37 тысяч моточасов. И мы надеемся, что они еще послужат. Также у нас практически вся линейка экскаваторов фирмы Volvo присутствует. Это 240-е, 360-е, 380-е, 460-е, 480-е и гордость фирмы Volvo 700-й экскаватор. Машина очень хорошая, практичная, выносливая. Я на ней непосредственно работал на севере, в Якутии, и никогда не подводила, если вовремя за ней смотреть, ухаживать. В кабине удобно сидеть, сиденье удобное, там климат-контроль существует, вот это все есть, очень удобно. Мы пришли к выводу, что именно техника Volvo является оптимальным решением для нас. Во-первых, ну, как вы знаете, Россия – это очень большая страна, и наши объекты находятся далеко от цивилизации. Во-вторых, содержание этой же техники на объекте тоже очень большие. И в-третьих, естественно, очень дорого держать персонал в этих местах. Именно в этом большое преимущество техники Volvo – ее надежность. Она не ломается. Основными достоинствами фирмы Volvo мы считаем надежность и простота в обслуживании и эксплуатации. Так, на самосвалах Volvo вот имеется 8 точек смазки, а у конкурентов в разы больше. Техника Volvo отличается большой проходимостью в самых суровых условиях, в различных, то есть и на мягких грунтах, и так же, как и на жестких грунтах, на камнях. Очень хорошо работают вот эти все блокировки, то есть привод 6x6 колес. Очень хорошо работает рулевое управление. По сравнению же опять с другими конкурентами, которые просто в таких условиях не могут ни повернуть оператор, не может ни руля, то есть он заходит в тупик и не может ничего сделать, то на Volvo мы можем в принципе с любой ситуации выйти. Это вертка и быстрая машина, опять же в сравнении с другими конкурентами, ну у других конкурентов не получается ни по времени, ни по скорости выйти на этот уровень как бы. Мы покупаем одну единицу Volvo и знаем, что это на долгие-долгие годы вперед. Все принадлежащие карьер-сервис машины оснащены системой навигации GPS. Кроме того, на последних приобретенных машинах Volvo установлена система мониторинга CareTrack, которая позволяет компании снизить производственные затраты. CareTrack установлен практически на всех машинах марки Volvo. Это сокращение расходов топлива. Это порядка на 15%. Преимущества техники Volvo не ограничиваются одной лишь производительностью. Подрядные работы в таких масштабных отраслях, как дорожное строительство, нефтегазовый сектор и производство цемента, требуют высокого темпа и серьезной отдачи от персонала. При такой загрузке особенно важны комфортные условия работы оператора техники. Уникальная система полной подвески Volvo эффективно поглощает удары и вибрации, обеспечивая плавное движение даже на самом твердом грунте. Кабины обеспечивают превосходный круговой обзор и высокую степень шумоизоляции, а энергопоглощающая подвеска позволяет снизить уровень нагрузки. Оператору намного стало легче управлять этой техникой. Для удобства оператора сделано очень много. Водитель как бы он не устает настолько. И повышается его как бы эффективность работы, что очень немаловажно. Компания Volvo специально адаптировала свою технику для суровых погодных условий и российского бездорожья. Сейчас карьер-сервис завершает работы по разработке карьера для Lafarge Cement. На очереди у компании другие проекты – работы на месторождениях «Газпрома» и других нефтяных компаний в Тюменской области. Планируем приобретение сочиненных самосвалов, в том числе и 30-х машин. Сейчас у нас в основном 40-е.
и 35-ю. Ну, вот хотим попробовать 30-ю машину.